уважаемые подписчики моего канала, вот пришли мне очередные 3 посылки из Китая. Сейчас их распакуем, покажу, что внутри. Сначала расскажу про посылки. Эта посылка шла мне 30 дней почты Гонконга. Эти тоже шли под 30 дней почты Гонконга. Все посылки шли в Беларусь. Сейчас распакуем, посмотрим, что здесь. Это пришел какой-то чехол, не помню, какого телефона заказывал. Но это чехол заказывал море и для всяких телефонов. Ну, по-моему, это чехол для какого-то телефона Huawei. Ну, на упаковочке написано, что U8818. Ну, вот такой чехольчик. Ссылка будет внизу под видео, так что заказывайте, кому нужно. Давайте распаковывать дальше. Этот товар стоил где-то $5, заказывал с eBay. Эти две посылки же пришли с сайта TinyDeal, TinyDeal, называйте его как хотите. Сейчас посмотрим, что внутри. Не вскрою так, хотя... Сейчас посмотрим. Мне все-таки надо аккуратно вскрывать. Здесь пришла флешка на 16 гигабайт. Заказывала я с сайта TinyDeal, как уже говорил. Вот такая вот. Хорошо запаковывает. Вот такая. А дата. Пришла флешка на 16 гигабайт. Ну, жалко, что пришла без карт. Ридера, вот такая вот флешечка. Но я сниму на нее отдельный обзор, проверим скорость, действительно ли тут 16 гигабайт. Смотрите мое видео, подписывайтесь на канал, не забывайте. Посылок идет очень много. Почта наконец-таки начинает наша посылка разгребаться. Посылки идут, вот уже по 3, по 4 забираю. А то вообще ни одной, целую неделю сидишь без посылок, не знаю, что снимать подписчикам моего канала. Но ничего. Посылок идет очень много. Так, это пришли часы. И они тоже стоили где-то $5. Вот такие вот часы. Видите, как видите, они идут. Сейчас просто покажу, сколько часики. Вот такие вот часики. Ремешок такой какой-то. С кожзаменителя, наверное. Ну, мужские часы заказываю мне подруга своему мужу. Тут кнопочки какие-то, они, наверное, липовые. Циферблатики какие-то тоже, скорее всего, липовые. Вот с холода пришел у нас мороз очень сильный. Вот такие вот часики. Вот тут вот что-то. Ух ты, грязное. Вроде оттирается клей какой-то. Ну, вот такие вот часики. Просто мужские часики. Самые дешевые. Так что подписывайтесь на канал, смотрите мои видео. Также расскажу о своем новом сервисе. Как говорится, сервис. Вы подписываетесь на мой канал, я подписываюсь на ваш канал. Так что подписывайтесь на мой канал, я подпишусь к вам взаимно. Так что, ну... Всем удачи, удачных покупок, обзоров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.